Скажи, как ты понимаешь время? Как ты его ощущаешь? Ну, только с восходом солнца, его заходом, с тем, как стареет мое тело. Как его вообще можно ощущать? У тебя есть какое-то внутреннее чувство времени? Ну, так скажем, на протяжении 30 лет могу сказать, что особого нету. Я чувствую себя таким же, как я был раньше. Меняется только тело. Знаешь почему? Наверное, потому что душа вечна. Считается, что существует три времени – прошлое, настоящее и будущее. Но как ты думаешь, в каком времени мы существуем? Зависит от нашего строения, наверное, нашего восприятия, ума. То есть мы можем погружать свой ум в разные состояния времени, да? Да. Если человек находится в раджасе, очень сильной страсти, он всегда сосредоточен на будущем. Он все время предвкушает будущее наслаждение, будущее удовольствие. Если человек в тамасе, в невежестве, то он погружается в прошлое, в мир духов, в мир мертвых. И только в гуне благости человек обретает состояние сознания здесь и сейчас, в настоящем моменте. Поэтому подлинное счастье возможно только в настоящем моменте. Раньше плавал. Ты думаешь? Мне кажется, это просто модель. Она модель, но она стеклопластика сделана. Она вполне может плавать. Так там губы. Просто вот эти нарисованные окошки, они немножко создают ощущение искусственности. Каждый день это маленькая жизнь. И каждый раз, ложась спать вечером, нужно задавать себе вопрос, как я прожил эту маленькую жизнь. Имела ли она смысл, имела ли она высшую цель какую-то. Потому что сон – это маленькая смерть. И если пересчитать нашу жизнь на дни, часы и минуты, то покажется, что этого не так уж и много. На самом деле времени очень много. Мы живем вечно, мы вечные души, и у нас очень много времени впереди. Но с другой стороны, жизнь человеческая коротка. И поэтому на самом деле времени очень мало. И в этом парадоксальность нашего существования, что времени одновременно очень много и одновременно очень мало. Мы можем тратить миллионы жизней на какие-то бесполезные занятия, но также мы можем и за одну жизнь достичь совершенства. Это свободный выбор каждого, в зависимости от его желаний. Вот видишь, когда у людей нет религии, они поклоняются животным. И из-за этого в следующей жизни рождаются в телах животных. Потому что они им служат. Кому мы служим, туда мы отправляемся, такое тело и получаем. Те, кто служат животным, убирают за ними какахи, кормят их, они отправляются в животное тело. Те, кто служат Богу, отправляются к Богу. Очень простое правило. Да, поэтому, наверное, лучше статуэтки иметь божеств. Лучше ставить божеств, конечно. В ведической астрологии временем управляет божество Шани, Шани Дев, Сатурн. И в зависимости от того, в какой гуне находится человек, такой результат дает Шани. То есть те, кто находится в гуне благости, Шани дает им духовное просветление, способность обрести в этот момент здесь и сейчас. Те, кто находится в гуне страсти, Шани заставляет их страдать. А те, кто находится в гуне невежества, Шани погружает их в забытие. Поэтому, если хотите, чтобы Сатурн вас не трогал, ну, культивируйте гуну благости, вставайте рано утром и живите не для себя. Именно дух самопожертвования – это то, что помогает гармонизовать Сатурн. Ну и самое лучшее благо – это делиться знаниями.
духовными знаниями, знаниями, которые освобождают наше сознание от невежества. Это самая лучшая благотворительность. Время обладает разрушительной силой. Оно уничтожает все. Все материальные объекты рано или поздно будут разрушены. И Сатурн почему олицетворяет страдания и время одновременно? Потому что время разрушает все объекты. Мы к этим объектам привязываемся. И это и вызывает страдания. Потому что душа испытывает потребность в вечном счастье. А материальные объекты, они временны. Сатурн очень серьезен. Я люблю рассказывать про Сатурн, но людей портится настроение, когда это делаю. Сатурн очень серьезен. Вот, кстати, каркают вороны, это тоже Сатурн. Он нам передает привет. И эта серьезность означает, что и мы должны очень серьезно относиться к времени. Мы не должны им пренебрегать. Это огромная сила, во власти которой находимся каждый из нас. Находится каждый из нас. И я, допустим, не очень люблю термин западный, как тайм-менеджмент, управление временем. Потому что мы не в состоянии управлять временем. Мы полностью находимся в его власти. Как мы можем управлять им? Это оно управляет нами. Мы рождаемся, стареем и умираем помимо собственной воли. Мы находимся в полной власти времени. И все, что мы можем, это жить в гармонии со временем. Вовремя вставать, вовремя спать, не тратить свое время на бесполезные какие-то дела. И быть серьезными к своей жизни, не относиться легкомысленно к тому, как мы проживаем свое время, свою жизнь. Чугун хорошо сохраняется. Чугун — это Сатурн. Видишь, какой он черный. Поэтому он долго сохраняется. Железо, чугун — это металлы Сатурна. Душа, находясь в материальном теле, она находится в иллюзии, она думает, что может удовлетворить свои вечные духовные желания какими-то временными материальными объектами. Но здесь возникает парадокс в том дело, что душа-то вечная, а любые материальные объекты, в том числе наше тело, они временны. И душа не может быть удовлетворена временными вещами. И поэтому на самом деле все ее желания, они лежат в сфере духовности. Но из-за нашей обусловленности мы совершаем ошибку, выбирая именно удовлетворение чувств и забывая о вечном. И разумный человек — это тот, кто уделяет время тому, чтобы задуматься о смысле своей жизни.